Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Эти люди умеют организовать других людей. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Обладателю этого имени импонирует величие и успех. Они презирают любую посредственность и все вульгарное. Люди строгие, но справедливые, требовательны к себе и к окружающим. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. У обладателей этого имени есть прагматичная способность к аналитическому мышлению. Стремление во всем докопаться до первопричин составляет отличительную черту людей этого имени. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте с числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Главные качества личности – дисциплинированность, последовательность, реализм, авторитарность, способность к проявлению физической и моральной силы и высокой концентрации всех резервов организма. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.